Друзья, всем добрый день! Сегодня я буду готовить лещи. Хочу с вами поделиться этим очень вкусным рецептом. Так, друзья, смотрите, для этого нам понадобится 3 литра сока. Вот я уже накрутила его. И, девочки, 5 килограмм сладкого красного перца. У меня вот так вот я нарезала кубиками, а вы режьте, как вам будет удобно. Далее у нас для этого нужно стакан тертой моркови и чеснока. Так, затем я вам рассказываю. У нас 1 стакан уксуса, 1 стакан сахара, 1 стакан масла, соль по вкусу. Так, это все бросаю, все ингредиенты, для того, чтобы они закипели. Так, значит, друзья, я сюда все наши ингредиенты, которые нам нужно было, засыпала. Теперь ждем закипания. Значит, закипит наша вот эта вот с вами кашка. Это значит наш соус морс, как его назвать. И будем добавлять перчик. Перчик должен, девочки, от закипания кипеть 15 минут. Затем все расскажем по порядку. Так, друзья, смотрите, значит, у нас наш сок закипел. Я закладываю туда перчик. Сейчас я вам покажу, сколько его примерно должно быть. Вот, друзья, смотрите, вот так вот у нас должно быть перчика, чтобы было покрыто. И от закипания 15 минут. Так, друзья, смотрите, видите, как кипит у меня хорошо. Сейчас уже будем накладывать. Прошло 15 минут. И будем накладывать в банки. Так, смотрите, друзья, я буду накладывать. Вот так вот у нас еще нужно оставить немножко же морса, для того, что у нас еще же перчик есть. Нам нужно еще перчик будет кинуть. Поэтому старайтесь больше накладывать с перцем. Так, друзья, вот закатала я наша леча. Вот такая у нас красота вышла. Выход где-то выходит 5 литровых баночек, девочки. Ну, может быть, еще вот как у меня, 1,5-литровая вышла баночка. Баночки обязательно стерилизуйте. Все, девочки, всем приятного аппетита и не забывайте подписываться.